Шалом. Один наблюдательный человек на лесопилке собрал стружку. Бросил в воду небольшой плотности, потом спрессовал все это. И получилась древесно-стружечная плита ДСП. Многие успешно реализованные товары были запущены людьми, которые разглядели что-то особенное в том, что другие сочли абсолютно бесполезным. В свое время Моисей, Моше Рабейну, был пастухом. Шел он себе, шел по тропинке со своим стадом и вдруг разглядел в стороне дива, куст терновника, который горел и не сгорал. Именно там произошло знаменитое откровение и раскрытие Всевышнего ему. Почему? Потому что он сошел с тропы. Он не зацикливался только на своей работе. Он был наблюдателем. Если бы Моисей не свернул с тропы, если бы он не обратил внимания на вот это вот событие, на это явление, то все бы пошло не так. Он бы остался бы, может быть, пастухом и продолжал бы себе вот такую работу. И вот этот опыт у горящего, но не сгораемого куста терновника является моделью для всех предпринимателей и менеджеров всех времен. Часто идя по своей дороге, занимаясь чем-то своим, мы сталкиваемся с необычными явлениями, странными совпадениями. И это может натолкнуть нас на необычные перспективы использования старой продукции, но уже по-другому. Мы можем найти какой-то креативный подход к тому, что является уже обыденным. И сколько вообще таких людей в мире, которые готовы сойти со своей тропинки и обнаружить что-то новое. В 1982 году Джон Раули заметил, что лосось из Медной реки на Аляске попадает в рыбацкие шхуны. И там в трюмах, в грязной воде он теряет всякий вкус и потом идет на консервы. И он убедил рыбаков, что если они будут содержать ее в надлежащих местах, то он, Джон Раули, сделает так, что она станет первой на рынке. И именно его любознательность повлияла на то, что лосось из Медной реки стал пользоваться бешеным спросом на рынке до сегодняшнего дня. С середины мая до середины июня это именно сезон лосося. Только один ресторан в Сиэтле, Ray's Boathouse, вот в этот маленький период продает 3 тонны рыбы. Она готовится, продается и пользуется очень большим спросом. Наша задача — выйти из обычного поля зрения и заметить груду щепок на лесопилке или заглянуть в трюм рыбацкого судна. Сойти немножечко с тропы, как Моше Рабейну когда-то, показывает нам вот эту прекрасную модель. Сойди, отойди, посмотри, увидь, загляни, полюбопытствуй, не проходи мимо. Шалом, шалом.